Друзья, с этого хлопка мы начинаем экспериментальный эфир на канале ТВ Экстра. И у нас очень удивительный гость приехал в Москву. Мы его пригласили. И сегодня у нас в студии Александр. Приветствую тебя, который продемонстрирует то, что мы называем феномен сознания вне тела, а именно телекинез. По мнению искусственного интеллекта, на 2021 год телекинез – это псевдонаучное явление или способность, заключающаяся в возможности перемещать объекты на расстоянии силой мысли без физического контакта. Этот термин происходит от двух греческих слов «теле», что означает «далеко», и «кинезис», что означает «движение». Иными словами, телекинез – это контроль над движением объектов на расстоянии. Научное сообщество не признает телекинез как реальное явление, поскольку доказательства его существования не соответствуют научным стандартам и не могут быть воспроизведены в контролируемых экспериментах. Александр, ну вот как это тебя угораздило? Расскажи, пожалуйста. Да, конечно, угораздило меня так сказать. Я никогда не верил в эти вещи, что есть такие явления, как телекинез, психокинез. Для меня это было что-то из ряда фантастики. Ну, как-то я увидел видео на YouTube-канале, где мужчина подвешивал предмет на нитке или на леске, он у него висел, и он каким-то образом задавал направление. Там у него по чуть-чуть, по миллиметру он смещался. То в одну сторону, то в другую. И у меня возникло как бы такое внутреннее желание, думаю, да попробуй тоже, а вдруг что-то получится, просто так, ради интереса. И я подвесил, тоже пытался в голове как-то задавать какие-то направления, но у меня ничего не выходило. Потом я продолжал, где-то длилось это около получаса, и у меня появилось желание в голове, такие вот мысли, ударить предмет. И на удивление этот предмет через какое-то время подлетел и ударился в потолок. Причем с такой силой, как будто если бы его ударили рукой. И вот этот момент, он для меня был такой вот, прям такой переломный, потому что я аж подорвался, потому что я понимал, что у меня окна закрыты, все закрыто, и никаких сквозняков нету. Я понял, что некая сила действительно повлияла на этот предмет, что он с такой силой отлетел. То есть такое переключение сознания. Да, 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 это прям, да, то есть прям переключение такое сознание было, что что-то есть. Ведь что-то каким-то образом повлияло, когда я думал об этом, чтобы ударить. И он ударился. Вот. И, в принципе, с тех пор я начал экспериментировать. Я самоучка. Уже сколько лет ты экспериментируешь? Более года. Более года. Ну, я, в принципе, новичок, да, как бы. Но, тем не менее, у тебя есть очень достойные результаты, и вот мы решили тут собрать много камер, сделать многокамерную съемку профессиональную. И в процессе интервью в формате документари специально поставили часы, чтобы вы видели, что где есть монтаж, а где его нет. При этом мы договорились так, что мы отдельно отснимем интервью с элементами телекинеза, психокинеза. Как это уже правильно называть, можно уже вторично. Важно, что этот момент, он существует. И вот Александр, получается, свидетель и источник именно того самого спецэффекта. Поэтому давай продолжим беседу, а параллельно я покажу нашим зрителям, что есть вот такой стандартный стол. Да, я вот вам его покажу, что у нас есть стол. Есть обычный стол. Я бы даже сказал, где он куплен из той компании, которая уже в России не работает. И он установлен, в принципе, стандартно, не под наклоном. У нас есть несколько камер, по которым мы продемонстрируем потом, как это работает. И вот Александр привез несколько предметов, с которыми он наработал. Я прошу тебя разместить на столе. Да, конечно, конечно. И продолжу задавать вопросы, а ты будешь демонстрировать, как это работает. Естественно, я буду попутно спрашивать. Thank you.
Что это происходит? Значит, это обычные пластиковые предметы. Нет в них ничего волшебного. Значит, это обычная банка, которую я использую. Свидетельство. Мы специально наклеили ТВ Экстра, чтобы было понятно, что предмет побывал здесь, а не просто как-то откуда-то. И, честно говоря, мы даже измерили вес этих предметов. Они, в принципе, ну, пластмассовые. Но есть у тебя еще и стеклянные. Да, также есть стеклянные вот такие вот стаканы. Значит, какие-то я буду использовать сегодня, значит, в качестве нагрузки. Постараюсь продемонстрировать смещение и с вот таким, такой нагрузкой, то есть нагружать буду, сверху ставить стакан. И вот такой стакан, ну и плюс попробую еще повоздействовать на стекло. Угу. Ну вот я опять же для наших зрителей скажу, что вот в этой студии находится всего лишь 3 человека. Это я, Денис Овсянников, Александр, который в формате инкогнито попросил. И, естественно, мы уважаем это право, и наш оператор. Поэтому минимальное влияние всего чего бы, мы находимся в Измайловском Кремле. Именно там осуществляем съемки 24 февраля. Поэтому все документарь выстроено. И если ты расположишь эти предметы так, как ты считаешь, ну, нужно стартовать, прошу, и по ходу общения я буду задать вопрос, или ты будешь комментировать, что происходит, как происходит. Хорошо. Для наших зрителей я объясню так, что Александр может продолжать разговор во время того, как происходит феномен телекинеза? И это первый вопрос. Как это возможно? По сути дела, это то же самое, если бы я трогал предмет, и вот как сейчас вам говорю. Это то же самое. И единственное, что я двигаю этот предмет с помощью, как говорят, если по-простому говорить, с помощью силы мысли. Говорят еще также, что мысли материальные. Это так, где-то действительно так, но не все, конечно же. А те, с которыми правильно работаешь. То есть, получается, твоя мысль проецируется вовне тела, да? То, что у нас признано, ну, как сказать, не то, что признано, а называется, что я есть мое тело. То есть, получается, у тебя не то, что антитеза, а получается, что другой вариант восприятия реальности, взаимодействия с реальностью, который выражается на том, что твое продолжение, твоего «я», оно выходит за рамки физического тела. Да. Угу. Хорошо, давай попробуем настроиться и параллельно рассказывай, что происходит, как происходит. Так, давайте, наверное, попробуем сейчас, попытаюсь сейчас сместить предмет без нагрузки. Хорошо. Может быть, их парочку оставим? Да, буквально вот парочку. Без нагрузки вывести на движение предметы. Угу. То есть, если можно, комментируй, что ты сейчас делаешь. Да, конечно. Я сейчас концентрируюсь на предмете, на банке. И пытаюсь, создаю намерение ее сместить и пытаюсь протащить предмет, продвинуть в сторону часов, наверное, так сказать, то есть по площади. Сегодня, конечно же, я постараюсь показать по-настоящему паранормальные явления. Это перемещать не предметы не на какие-то миллиметры, а именно прогонять по всей площади поверхности. Ну, получается, вот площадь поверхности, точнее, дистанция здесь около метра. И сказать то, что стол, он, ну, стандартный, банки, в общем-то, стандартные. Весь вопрос, как это возможно. Ну, наверняка у тебя до этого были тоже встречи с разными людьми, которые, ну, пытались понять, причем не просто обыватели, а ученые или какие-то эксперты. Какое-то вообще есть у людей объяснение, как это возможно или как это работает? Насколько вот удавалось какие-то разумные ответы получить? Ну, из разумных я слышал от одного физика, которому я демонстрировал, что это что-то связанное с квантовой физикой. Как-то так он выразился. Я в квантовой физике не силен. Кто-то называет эти вещи локальной гравитацией. Много названий вообще этим явлением.
есть. Кто-то телекинез. Ну, в основном, как бы, люди называют телекинезом, как бы. Просто психокинез это мало кто знает это название. Ну, признаться, я видел это уже в реальности, находясь вот здесь, в студии, и видел до этого в формате онлайн-интервью, когда мы с Александром общались. И понимание, как это есть, тоже, в общем-то, нету. То есть, как это происходит, как это разложить на наши привычные кубики. Получается, что сейчас ты как бы разделяешь сознание или проецируешь его на предмет, около предмета, и таким образом, ну, происходит движение. Что-то похожее с полтергейстом. Да, это некая сила, которая носит больше, наверное, волновой характер, и эта сила, с помощью ее можно воздействовать как на материальное, так и как на предметы, так и на живых существ. На живых существ, да, звучит, да, еще интереснее. А на каких живых существ тебе удалось воздействовать? С пауком. Ты его раскачивал на ниточке? Нет, я просто, у меня, когда тренировался, пришла в голову мысль, а если вот там у нас, в общем, в ванной висел паук в паутине, да? Ты решил его убрать. И я думаю, попробую вообще как-то. И мне удалось сконцентрироваться, я прям почувствовал, что он раз и убежал, резко прям причем. А также пробовал на таракане. Да, тараканы, они такие шугливые насекомые, да, то есть прям такие убегают, а здесь его ж прям начало расплющивать крылья, в общем, в сторону, и вот что-то с ним, смотрю, что что-то с ним происходит. А до этого я запустил его в сторону, куда мне нужно. Мы это все снимали с другом. Я говорю, смотри, вот сейчас хочу, чтобы он туда побежал. И он раз туда побежал. То есть, ну, как бы, может, это совпадение, как бы, но все равно там был, для меня, я видел, что там есть, был контроль именно воздействие на насекомое. Но после этого я больше не экспериментировал, потому что нужно этим самым навредить. Окей. Это тонкая тема, тем более связана с моралью, этикой. Вот сейчас... Я буду ставить предметы, да, с ними пытаться, да, если да. что-то... То есть здесь к вопросу нашей договоренности, что предметы могут меняться. Александр сам выбирает, какие предметы из богатого арсенала ставить на стол, с какими экспериментировать, потому что это связано, ну, наверное, с тренировкой сознания, как оно цепляется, или как оно взаимодействует с этим пространством, с этими предметами. Это тоже непонятное, как сказать, как-то механизм должен правильно работать или корректно работать. Но когда вот ты сидишь вот напротив этих предметов, получается, меньше метра, и начинает происходить спонтанное движение или какое-то, ну, не знаю, осознанное движение. При этом, как вы видите, Александр не прибегает никаким пасом, никаким, я не знаю, там, телодвижением, которое можно выдать за нечто, да, манипулирование, да, такое. И возникает странное ощущение. Где же этот механизм, или кто инициирует этот механизм, что происходит, как это вообще возможно? То есть здесь вопрос, вот действительно много вопросов, как это возможно. Ну, сейчас дадим такую паузу, чтобы Александр донастроился, как это все возможно, и, соответственно, по нашему времени продолжим. Попробуем все-таки какой-то произвести движение, и я продолжу, мы нормально. Да, тут все зависит от головы на самом деле. То есть, если место для тебя новое, тебе немножко надо адаптироваться. И... Ну и плюс, конечно же, бывает, камеры сбивают, то есть всякое такое, как бы. Я когда раньше проводил стримы, у меня. Без камеры все прекрасно получалось. Как только я брал в руки камеру и пытался демонстрировать эти вещи прямой трансляции, у меня
результат был вот как сейчас. То есть предметы никуда не двигались. Да, беру, как считаешь нужным. Да. Так, ну, в принципе, погнали. Да, происходит движение баночки, которая весит более 100 грамм, не баночки, вернее, а такой пластиковой емкости. И сразу возникает вопрос, как это возможно. Александр предложил протереть стол влагой, то есть такой водой, чтобы проще было скольжение осуществлять. Но в принципе то же самое он может сделать на поверхности, которая без влаги, то есть на сухой поверхности, причем с характерным звуком все происходит. И мы это обязательно отснимем, вставим в монтаж. Получается, что вот это протирание, оно важно для чего? Для кого? Чтобы просто начать двигать. Вот вторая пластмассовая штука начинает вот так вращаться, как я вижу, вот, находясь рядом. Не знаю, Александр, что ты делаешь? Что происходит? Я пытаюсь создать потоки для обоих предметов и стараться смещать, вывести на движение оба предмета и протащить их через всю площадь, да. Хорошо. И вот, кстати, хороший вопрос. А могут ли они двигаться сами по себе? Ну, чуть позже продемонстрируем угол наклона стола, при котором они сами по себе начинают двигаться.
При этом здесь же еще важна инерционная составляющая, как я понимаю. То есть, насколько это старт-стоп происходит, насколько это движение самих по себе. При этом, я так понимаю, что вес предметов, ну, относительно небольшой, он вторичен. А первично, как сознание, что ли, отождествляется или цепляется с этими предметами. И вот сейчас, пока Александр взаимодействует с ними, может немножко как подтормаживать в формате восприятия. Вот я вижу вот банка, которая ближе ко мне, с надписью «ТВ Экстра», она вот так вращается. То есть, в принципе, есть контакт. Он может быть и радикальный, как полтергейст, такой, и такой медленный. Но получается, тебе нужно время, чтобы, что ли, для большей взаимосвязи с предметами, да? Как это да, происходит? Мне нужно немножко адаптироваться к новому месту. И тогда я уже смогу разгонять предметы и придавать им большое ускорение. И также смещать, попробовать под нагрузкой предметы. То есть под нагрузкой, это когда на них ставятся стаканы, стеклянные, да? И также сами стеклянные стаканы тоже попробую. Не гарантирую, что у меня получится. Не, ну тут к вопросу вопрос не гарантии, тем более мы договорились, что поэкспериментировать также за рамками этого интервью, ну, в формате документари, и вставить вот эти самые удачные эксперименты, чтобы было понимание, как этот феномен существует и что он существует вот в таком восприятии. То есть кажется, может быть, вам, что это всего лишь картинка, но когда присутствуешь вот так вживую и видишь, что оно вдруг само по себе начинает вращаться, передвигаться, и здесь уже возникают вопросы к собственному разуму. Как же это происходит? И можно ли сделать такое? Да, вот руки уже чешутся, попробовать вот так что-нибудь сделать. Но вы видите, руки у Александра спокойно лежат на подлокотниках. Да, в общем-то, визуально кажется, что он ушел в такую легкую или глубокую медитацию или сосредоточение. Мне кажется, вот твоя практика йоги, которой ты занимался, и, может быть, даже занимаешься еще, она помогает тебе вот в этом сосредоточении. Да, это немножко такое полутрансовое состояние, в которое ты погружаешься. Иногда ты понимаешь все, осознаешь, можешь отвечать на вопросы, но иногда ты просто даже как радио на фоне слышишь, да, когда и даже не понимаешь, о чем речь. То есть такое бывает, и поэтому иногда я на какой-нибудь вопрос могу не отвечать, не ответить, потому что я, ну, мозг, он не может, не получается у него. Ресурсов не хватает. Да, не хватает ресурсов, да, обрабатывать и в то же время создавать мощнейшую концентрацию на предмет и выводить его на движение. Ну, здесь бы ряд зрителей сказал, ну, замолчи ты. Нет, парить вопросами. Но у нас тоже эксперимент такой, что как бы я должен показать что-то и рассказывать. Да, ну мы договорились, что попробуем в формате сделать легкого интервью. Опять же, ну вопросы тяжелые тоже приветствуются. Можем поговорить, когда продемонстрируем вот это движение, передвижение, перемещение. Возможно, оно будет даже реактивное. Здесь уже загадывать не будем. Но, опять же, вот я вот, когда общаюсь со зрителями, я вижу, что происходят такие небольшие движения, почему они как вращение. То есть, да, это как раз-таки попытка захватить предмет. Ага, то есть ты вот так его как-то так пытаешься покрутить, причем в одну сторону, в другую сторону. У нас есть вот разные камеры, которые, ну, позволяют, что ли, чуть более крупнее показать, что происходит как. Но, по сути дела, мы уже видели перемещение по всему пространству стола, и те вставки, врезки, которые мы все-таки сделаем, они будут свидетельствовать об этом.
возвращаясь вообще к феномену, то есть здесь, мне кажется, происходит именно условное разделение сознания, когда часть сознания, она просто уже выходит за границы тела, за рамки тела. Я не знаю, как эта энергетика работает, какие чакры используют, может быть, мы потом это узнаем. Нам подскажут наши специалисты с Центра пробуждения, в том числе, которые посмотрят эти видео. Я пришел к выводу, что, ну, я просто вижу, он использует энергию Земли, она идет через ноги, и плюс его, ну, собственно, откуда он энергию берет, да? Вот. А второе, значит, он очень хорошо концентрирует внимание, у него, скажем, концентрация внимания, она близка к четвертой джнане, но это очень сильная концентрация внимания, когда человек отождествляется уже с предметом. Ну, какое у тебя самого понимание этого феномена, что происходит, как происходит, насколько это с человеку, что ли, ну, это нормальные события, для него нормальные, естественные возможности, да, которые можно раскачать при условии, ну, что ли, работы, концентрации, некой философии, возможности. Как это вообще возможно в твоем понимании? Как это открывается? Как это раскрывается? Ты рассказал свою историю, но тем не менее. По сути, суть вопроса – это для чего это нужно, как бы, и что оно открывает? Ну, и так можно раскрутить, да. То есть, как это работает, по сути дела, да? Ну, для чего это нужно, это уже следующий момент. Можно при наличии возможности там сахар, да, кофе себе достать. Хороший пример. Но мне кажется, что когда одно дело пластиковые вещи, а другое дело, когда есть эксперименты, когда ты килограмм передвигал, 3 стакана, мы ее взвешивали сегодня, кстати, получили 950 грамм, что это возможно. То есть это уже такие весомые объемы. Ну, у меня получалось, конечно, и по весомее смещать. И у меня были такие спонтанные моменты, когда я хочу подвинуть один предмет, и у меня происходит смещение другого непроизвольно. То есть я когда пытался подвинуть, концентрировался на предмет, и тут же стоит у меня микроволновка, и она начинает двигаться. Ну, микроволновка там, конечно же, вес такой серьезный. Плюс как-то я на стриме пытался подвигать стакан на тумбочке стоящей. И я зацепил тумбочку, пошатал тумбочку. То есть весомую тумбу. Да, весомая тумба на колесиках, да, то есть она сама по себе никуда. То есть, в принципе, стол тоже может пойти в разнос. Так, хорошо. Если что, мы готовы воспринять и такой вариант. То есть, получается, вот эта сознательная сила, она как бы обволакивает, что ли, предметы, да. И вот пространство, все, что на нем находится. Потому что здесь, говорю, интересно, что, говорю, вопрос ниток, да. Просто ниток, что ниток-то не обнаружено, по крайней мере, мною, нашим оператором. И визуально можно посмотреть с разных ракурсов. Но происходят вот такие спецэффекты, как перемещение, как вращение. И я вот задал вопрос, а можно ли сделать там полный оборот вокруг оси? Да. Я просто пустые. Показываю, да. Да, что предметы пустые. Значит, полные обороты, да, можно, конечно. Сейчас попробую с вот этой вот крышечкой. Угу. Хорошо, смена экспозиции. Да, не получается толкнуть, как это, плёгкой, будем хардкорить. Будем нагружать. Не, ну а что, если есть один момент, есть и другой. При этом сейчас используют, Александр, пластик, стекло.
Ну, в принципе, ограничений особых нету, потому что это не связано с электричеством, судя по всему. То есть, может быть, наверное, и дерево какое-то использованное, возможно, камень или что-то, если насыпать в стакан. Как ты считаешь, в общем-то, ограничение это в сознании или как-то? Да, все рамки в голове, конечно же. То есть вот эта сила, которая фактически, ну что ли, управляется сознанием. И, по сути дела, сознание, мысль, она получается вот в этой экспозиции первична, которая влияет на материю. И, может быть, даже где-то создает ее, просто это следующие рамки. Да. То есть твое мнение, что именно вот так, ну, процессы работают? Ну, да? Тут больше работает подсознательная именно часть мозга, именно подсознание. И как раз-таки полутранс вот этот вот, он и дает сознанию как бы немножко отключку в том плане. И подсознательно начинает проявляться, то есть воздействует на предметы. Хорошо, тогда дадим возможность подсознанию... Ну что ли, проявиться, да, накачаться. Да, потому что мое подсознание пока не подошло к этому феномену. Я бы рад помочь вот так, что ли, крутануть или как-то вот так-так. Да? Ну, да. Вот еще часы у нас стоят над этим. Ну, по крайней мере, мы убедились, что предметы сами по себе никуда не ездят. Да, сами... Ни под нагрузкой, ни без нагрузки. Да, сами по себе они не ездят. Я вот смотрю, у нас такая мобильная камера, чтобы можно было посмотреть с другого ракурса, под динамикой, как это происходит. И у нас есть еще термальная камера, которая позволяет посмотреть, есть ли вот физическая сила, которая, ну, воздействует, что ли, термически, да, грубо говоря, чья-то невидимая теплая рука или холодная, наоборот. Может быть, какие-то тут ходят вихри, которых мы не видим, но, возможно, подсмотреть через какую-то механику. Честно говоря, можно было бы еще счетчик Гейгера принести для этого эксперимента, но мы все-таки проводим телевизионный эксперимент, чтобы это зафиксировать, чтобы было свидетельство. Ну, по сути дела, я являюсь свидетелем происходящих или не происходящих моментов, так же, как и вы. И вот в формате интервью мы все-таки это собираемся опубликовать в нескольких частях, чтобы, ну, раскрыть этот феномен с помощью Александра, с помощью его возможностей, способностей, которые вот открылись благодаря, получается, желанию, мотивации, какой-то внутренней работе. Своего рода это аномальное явление. То, что это аномальное явление привязано к конкретному человеку и каким-то образом его, им контролируется, делает его еще интереснее, потому что оно, ну, как бы более доступно для изучения. Кроме того, мне симпатичен сам Александр, потому что человек открытый в плане именно изучения этого метода. Там нет никакого самопиара, никакого самовосхваления, своей исключительности, уникальности и так далее. То есть человек готов сам разобраться. Я пробую воздействовать, смещать предметы на себя. Иногда мне это помогает, и мне
так легче работать. Точно легче? Да, когда сижу, голова, она расслабляется. Точно легче? Да, когда сижу, голова, она расслабляется. Друзья, вроде техника работает, я вот такой... А стоит сесть, и ты... голова расслабляется, и... Понятно, голова хочет отдохнуть. Отдыха, да, да. Вот у нас два предмета на столе находятся. Один из них вот стакан только что. Сейчас мы его взвесим, кстати, измерим, сколько он весит. Наверное, стоит показать, да, что... Угу. Это обычные предметы. Я снимаю весы, которые показывают 260 грамм. Да, то есть это весит 260 грамм. И давай покажем заодно вот этот предмет тоже. Поверхность, это весит побольше, 349 грамм, да, то есть вы уже понимаете, что вес-то приличный, все-таки я буду проводить эти действия, чтобы не было влеченности Александра, что это работает, а потом ты также можешь встать и продолжить, соответственно, возможность, как это работает. Давайте я попробую сейчас поднять стул, так, чтобы оно хотя бы немножко поехало вот в ту же самую сторону. Смотрите, угол какой. Вот он. Вот видите, стакан уже начинает ехать, да? Стакан поехал, а это еще плоскость нет. И вот только где-то, не знаю, больше 20 градусов, когда вот это поехало. И давайте я попробую ее просто отставить. Сейчас мы его обратно вернем. Когда поедет вторая? Еще больше, да? То есть я в обратную сторону продемонстрирую еще раз для камеры, сколько нужно усилий, какой нужен угол стола, чтобы поехала та емкость, которая... То есть видите, да? По этой поверхности, сколько мне нужно угол сделать стола, чтобы она сама поехала как в одну, так и в другую сторону. То есть тут еще надо поймать, получается, состояние. В каком состоянии? Лучше всего, когда ты только с просонья, да, когда голова свежая. Вот, и тогда сегодня уже... у тебя была такая ночь в поезде бессонная, поэтому ты сегодня с просонья. Хорошо. Опять же, это живое экспериментальное интервью, и вот в таком варианте мы пытаемся ее отснять. И здесь важно, что вот есть еще динамичная камера, которая позволяет свидетельствовать, что это не является вот таким спецэффектом, да, вот мы тут решили всем этим побаловаться, да, и вас подурачить. Вопрос в реальности происходящего, вопрос в том, что это может происходить, и это происходит. Важный момент здесь, сейчас, по крайней мере, то, что вот мы можем свидетельствовать. Итак, сейчас вес получается уже более 300 грамм. И это не является пределом, как говорил Александр до этого, и килограммовые, и выше предметы удавались провести как спонтанно, так и намеренно. Это тоже вариант, что оно происходит. Значит, все-таки без нагрузки пока столкнуть. Хорошо. Ну вот. Давайте я помолчу, попробуем посмотреть, как это будет происходить, потом прокомментируем. Thank you.
очень слышно звуков перемещения банки. Я ее слышу, потому что у нас тут сегодня за кадром масленица празднуется в Измайловском Кремле. Но звук есть. Звук того, как банка перемещается по столу. Вторая пошла в движение тоже. Когда поток создан, наверное, будет вливать вторую. Но... Получается такой широкий поток. Да, я хочу просто, у меня задумка такая, показать движение двух предметов. Вообще мой рекорд — это 4 предмета в движении бежать. То есть, чем больше предметов, тем сложнее получается. Да, да. Сложнее в голове держать контроль и его умещать, все это контролировать. Угу. Ресурсы такие. А предметы должны быть с некими вот такими шероховатостями, чтобы проще было хватать. Не обязательно, просто предметы, с каким ты привык, с какими ты наработался, натренировался. Ну, можно, в принципе, и любой там попробовать, как бы. Разные, то есть это надо все experimentировать.